Нихуя не заканчивается, отвечаю. Блин, это растет, и это не заканчивается. Что, давай, короче? Да. Давно уже. Если что, не твоя, да? Это не взрывчатые вещества, Чикаго. Блин, на меня посмотри, какие еще там могут быть. Блин, на тебя они там могут быть, блин. Взрывающие. А, это трусы, блядь. Все нормально. Давайте называем взрывчатым веществом, блядь. Говори, говори. Собираешь на меня тут. Что я после него попросил еще рассказать про микрофон? Я понял, ты засланный бегунок. Я не записываю звук. Ты засланный бегунок. Ты от прокуратуры. Ты работаешь на власть. Я есть власть. Тебя купили. Причем за дешево. Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец! Поставим эту песню на аутро, и я вам клянусь, никаких ковид-фри, QR-кодов, все больше, это все отменят нахуй, специально для нас, блядь. Путин сейчас. Президент мира. Мы будем под путинским крылом. Ну, либо мы сядем в тюрьму. Одно из двух. Бля, если как-то во сне поебал убил, бля, это было прикольнее. Как? Ну, типа, походу, я руку вверх поднял, она расслабилась и чисто... Нихуя себе, блядь! Поебло мне на в глаз, блядь. И причем во сне мне в это время тоже били поебало, что самое интересное. Ебал. Так что это был фулл реализм. А это всегда так, знаешь, вот когда хуйня типа снится, что ты падаешь, допустим, или еще что-нибудь, и во сне я это... Я скоро во сне не падал, если что. Не, вот допустим, смотри, у меня такая хуйня часто бывала, когда вот ты, знаешь, просыпаешься от того, что ты упал или споткнулся, или еще что-нибудь, и ты просто вздрагиваешь так, пиздец. Но в этот именно момент мне снится какой-то... какие-то последовательности действий, которые к этому идут. 3 days later. Это же странно. Или я хуйню несу? Нет, я не слушал. Знаете, почему человек просыпается, когда типа падает во сне? Нет, вот знаешь, ладно бы ты как бы стопудово... One eternity later. Нет, я не про это. Один раз. Знаешь, что со мной было? Я на измену выпал. Я, короче, блядь, проснулся. А выяснилось, что я как бы спал во сне, как в фильме «Начало» какая-то залупа была. А я проснулся, и самый прикол, что вот прям как дома, и я типа встал, и начала происходить какая-то такая хуйня. Я такой, блядь, это же не сон, какого хера? Я, в общем, обосрался, куда-то побежал, и меня что-то... Либо я опять откуда-то выпал, либо меня заебашили. В общем, я проснулся, и потом я уже был рад, что это, оказывается, был сон во сне. Это вообще полный пиздец. Ну, у меня тоже были такие темы, типа, сон во сне, но я про другое. Типа, ты когда, ну, типа, падаешь или спотыкаешься, ты резко просыпаешься вот так вот, знаешь, чисто, блядь, вздрагиваешь, да? Это происходит, по сути дела, спонтанно, как объясняет это, типа, там, наука, что, типа, какие-то импульсы и хуимпульсы, но во сне есть четкая структура, точнее, последовательность действий к этому приводит. И это происходит, я вот так вот просыпаюсь. Но это же мгновение происходит. Почему я об этом знаю? Почему я это предвещаю? Понимаешь?
Один раз, это было недавно, я проснулся, и мне было очень страшно, потому что я понял, что я сплю, а я во сне такой... Короче, я такой просыпаюсь, такой, бля-бля-бля, и ломанулся в сортир, короче. А было уже поздно. У меня много раз такое было, но я не обоссывался. Дал? А? Бас. У нас прямо сидячка и менты, и прокуратура. Как комбо, блин. Круто. Я надеюсь, они еще не приехали и не слышали этого. Играть будем сегодня? Да, я вот надеюсь, что у нас весь концерт будет такой пентаграмм. Я очень надеюсь, что весь концерт у нас будет 10 больших пентаграмм. Чтобы наша комбо выстрелила. Блять, ну это все шутки. Это шутки. Но в каждой шутке доля шутки. Я в старших классах регулярно просыпался, а у меня все трусы были в сперме. Чужой. Ну, блять. Прости, блядь, не мог ты. И такой чужой сейчас заходит. Эй, пацаны, вы чё? Вы это охуели, что ли, совсем? Я требую анализ ДНК. Это была не моя сперма. Это была сперма хищника. Ты не в моем вкусе. Бля, пиздец. Здесь так жарко, нахуй, или, блядь, что-то было? Да заебись! Какое жарко, нахуй, я вот туда вообще выходить не хочу. Блядь, кстати, иногда, знаете, вот, блядь, иногда у нас вообще гримерок в принципе нету, а иногда у нас есть гримерка, из которой, блядь, выходишь, и там, знаешь, коридор какой-нибудь, блядь, такой длинный, нахуй, там холодно, как на улице. И это самое ебаное, когда в гримерке вроде как бы тепло, блядь, а ты только из нее выходишь, и тебя нахуй продувает насквозь, прям до костей, блядь. Да? Вот так вот заболеет. А вот он заболевает, блядь. Потом заболевает кто-нибудь еще. Мистер. А потом заболеваю я, блядь. Суки. Ижевск, привет. Да, у вас классная гримерка была, ребят. Сын мой, в день, когда ты родился, сами леса Лордерона прошептали это имя. Там холодно, как на улице. Играть-то будем уже. О, спасибо. Жека, ты куда ушел? А? Блять, вот, кстати, на этот счет американцы намного закаленнее русских. Ты вспомни. Да, вот. Бля, они вообще нахуй всегда под кондиционером, бля, у них в клубе даже отопление не работает, бля. Братан, вспомни, там минус 15, минус 20, они в футболках на улице ходят, в кофтах просто. У них нету ни отопления, нихуя. Они когда из дома выходят, они отопление нахуй выключают, потому что оно типа дорогое, блядь. Мы туда постоянно в клуб вечно заедем, там зима, какой-нибудь там штат, типа а-ля такая же погода, как в России. Мы туда заезжаем в клуб, и там ебать холотрыга нахуй. А местные говорят... Да чё, нормально же? Ща, батарею включу. И знаешь, блядь, там батарея не такая, как у нас, блядь, а просто, блядь, знаешь, такая маленькая пизда стоит, блядь, кнопочку он нажал, блядь, и она дует в одну сторону только, и ты, о, заебись, нормально, нахуй. И мы такие все сидим, блядь, русские, ага, нахуй, типа, суровые, блядь, с Урала, нахуй, да хуй там плавал. Американцы пиздец закаленные, ребята. Раз, два, три, раз, два, три. Чек, 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 чек. Раз, раз, раз. Чек, чек, чек. Раз, два, три. Раз, два, три. Чек. Yes!
Все хорошо. Кстати, вот по своей природе, по своему характеру, по темпераменту, я постоянно куда-то тороплюсь. Постоянно я, ну, типа там, блядь, что-то мне надо там бить, там, ногой стучать, там, еще что-то. И у меня постоянно нервная система из-за этого слишком, короче, разогнана. Не могу успокоить себя в какие-то критические стрессовые ситуации. А Женя вот такой всегда. На чиле, на расслабоне. И поэтому у него никогда нету ни проблем со сном, ни депрессии, ни каких-то загонов, там ничего. Он просто постоянно на чиле, на расслабоне. Я вот ему завидую. Пиздец, как так научиться, блядь? Я просто набивал ритм, в голове играла песня.